Здравствуйте! Большинство женщин после 50 лет прилично прибавляют в весе. Фигура меняется, увеличиваются объемы и часто не там, где нужно. В основном плечи, объем груди, талия. Тип фигуры яблока самый распространенный среди женщин этого возраста. Поэтому сегодня и поговорим о том, какие платья нужно подбирать женщинам с такой фигурой. Идеальное платье для обладательниц фигуры яблока – такое, которое скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Важно создать пропорциональный силуэт, сгладить округлость, замаскировать живот и скрыть отсутствие талии. Красивая грудь и стройные ноги – это главные преимущества яблок. На них нужно сделать акцент. Существует несколько фасонов платьев, которые способны приблизить сложную фигуру к идеальной. Выбор за вами! Такая модель оптимально подходит для обладательниц фигуры типа яблока. Прямой крой делает женщину стройнее, придает изящность, вытягивает силуэт. Платье маскирует проблемную зону – живот и вырисовывает очертания талии. Прямой крой уместен в любой ситуации. Такие платья никогда не теряют актуальности. Данный фасон подходит для офиса, вечеринок, для гостей, для театра. Вы всегда будете выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно. Слишком свободное платье яблоку не подходит. Не пытайтесь скрыть недостатки за модными ныне оверсайз-моделями. Бесформенные платья только усугубляют ситуацию, создавая эффект колобка или воздушного шарика. Трапециевидное платье плавно расширяется к низу. Такой фасон отвлекает внимание от отсутствующей талии. С помощью такого платья можно сгладить диспропорции фигуры. Свободная нижняя линия позволяет сделать акцент на стройных ножках. Модель подходит для создания и деловых образов, и повседневных, и на особый случай. Лучше выбирать лаконичное платье, потому что декор немного удешевляет образ. Отличительная черта вот этого фасона – присборенный подол. Платье широкое посередине, но сверху и снизу сужается. Такой крой делает его незаменимым для обладательниц фигуры яблока. Платье способно замаскировать широкую линию талии. Оно скрывает выпуклый живот и складки на боках. При правильной длине платья можно легко сделать акцент на ногах. Такое платье облегчает О-образную фигуру. Модель делает даму стройнее и выше. Фасон помогает нарисовать талию. За счет запаха создается горловина в виде буквы V. Она визуально удлиняет шею и сужает плечи, что необходимо многим обладательницам фигуры яблока. Слегка расклешенная юбка выравнивает пропорции и помогает подчеркнуть стройные ноги. Выбирайте платье с запахом с асимметричным подолом.
Такие модели выглядят интересно и отвлекают внимание от несовершенств фигуры. Такие платья еще называют в стиле ампир. Высокая линия талии помогает замаскировать лишние сантиметры на боках, выпуклый живот и сделать акцент на пышной груди. Выбирайте модели, где линия талии свободно прилегает, а не впивается в тело. Иначе эффект будет неожиданным. Все окружности будут подчеркиваться. Важно, чтобы юбка у платья в завышенной талии была свободной, умеренно расширялась к низу. Узкая создаст дисгармонию. Если вам нужен вечерний наряд, то платье в стиле ампир – это идеальный вариант. Но бывают и повседневные модели такого кроя. Платье-футляр – выигрышный вариант среди модных платьев для женщин после 50 и с нашим типом фигуры. Данная модель при правильном подходе придаст вам элегантный вид и украдет пару лет от вашего возраста. Также и сделает фигуру более стройной. В поисках идеального платья важно учитывать массу нюансов. Ключевую роль играет не только фасон, но и детали. Главное достоинство яблочной фигуры – стройные ножки. Поэтому прятать их не стоит. Обладательницы идеальных ног могут позволить себе платье любой длины. Все зависит от возраста и случая. Зрелым женщинам не стоит выбирать мини. Оно смотрится вульгарно. А вот платья до колена помогут сделать акцент на ваших достоинствах. Чтобы получить элегантный образ, выбирайте модели миди. Эта длина сейчас в моде. К тому же она отлично вытягивает силуэт. Обладательницам О фигуры не подходит платье со слишком объемными рукавами. Они утяжеляют силуэт. Модели с рукавами 3/4, наоборот, способны вытянуть фигуру, сделать ее изящной. Обладательницы худых рук могут смело выбирать модели без рукавов. Тогда образ станет утонченным. V-образная горловина поможет сместить акцент с выступающего живота на бюст. Яблоки обычно обладают роскошной грудью. Так почему бы не подчеркнуть то, чем наградила природа? Как вариант, это вырез элегантная лодочка. При выборе платья обладательницам фигуры яблока следует обращать внимание на материал, из которого оно сшито. Наряд должен хорошо держать форму, поэтому стоит отдавать предпочтение плотным тканям. При этом материя должна быть в меру эластичной, ведь важно, чтобы наряд свободно струился. Лучшим решением станет лен, крепшифон, хлопок. Неправильно выбранный материал может подчеркнуть недостатки. Стоит избегать вельвета и бархата, они добавляют лишний объем. Тонкого трикотажа подчеркивает проблемные зоны. Блестящих материй размывает контуры и визуально добавляет лишние сантиметры. Обладательницам фигуры яблока стоит носить однотонные платья. Темные цвета стройнят, поэтому отдавайте предпочтение именно им. Не обязательно выбирать черный. Подойдет глубокий синий, насыщенный изумрудный, коричневый, бордовый.
А вот светлых пастельных оттенков стоит избегать. Они визуально увеличивают объемы. От принтов лучше отказаться. Но если варианты без них кажутся слишком скучными, то можно выбрать платье, где узор располагается ниже либо выше округлого живота. Так проблемная зона не будет подчеркнута. Предпочтительные варианты – клетка по косой, вертикальная полоса, абстрактные рисунки. Изменить силуэт можно с помощью контрастных линий по бокам. Они обозначают талию.